День добрый, друзья дорогие, клиенты, конкуренты. Татьяна Пекер и компания Arbat Home снова приветствуют вас этим солнечным, прекрасным летним утром. Нахожусь я сейчас в районе вторничного фермерского рынка, район русскоговорящий Махмутлар, города Алании. Смотрим мы с вами сегодня вот такую замечательную бомбу, конфетку, квартиру 3+1, 140 квадратных метров и 136 тысяч евро. Дом не новый, год постройки 2004, но квартира от А до Я полностью отремонтирована и обставлена новой мебелью и техникой. Я думаю, что я вас заинтриговала, и будем детали на месте смотреть. Я на месте. Это 400 метров от моря в комплексе, который состоит из нескольких блоков. Год постройки 2004. Наша квартира находится на третьем фактическом этаже. Сразу кратенько про инфраструктуру. Есть открытый паркинг, есть большой открытый плавательный бассейн. Территория, в принципе, небольшая, ухоженная. Айдат 150 турецких лир. И есть лифт. Это у нас холл. Квартира 3+1, и есть отдельная кухня, вот она сразу здесь находится. Вообще это любимое мое место в квартире, поэтому я начну сегодня обзор с кухни. Я помню, еще года 3 назад я снимала квартиру в этом доме на первом высоком этаже. Она была без ремонта, и уже тогда был огромный ажиотаж на квадратуру и на планировку. Холл умный, можно несколько встроенных шкафов поставить. Это у нас кухня. Вся бытовая техника, все здесь имеется, включая вот эту вот кухонную утварь. Еще раз несколько слов про ремонт скажу. От пола, потолка, подвесного, люстр, вот этой все плитки, все полностью хозяин поменял. Отсюда имеется у нас выход на балкон. И этот балкон полностью опоясывает у нас одну детскую спальню и гостиную. Там мы с вами также детально посмотрим. Давайте дальше рассматривать, что у нас есть. Смежная с кухней, получается, небольших размеров детская спальня. Абсолютно все есть для комфорта. Это и вот такое вот небольшое трюмо, вместительный шкаф и детская полуторная кровать. Также тумбочка, люстры, аксессуары, подвесные потолки и так далее. Все новое и ждет нового хозяева. Это гостиная. Гостиную немножечко не по-турецки обставили, скажу я вам. То есть мы видим все, я не буду перечислять, да, вот все, что вот это вот здесь есть. Это все абсолютно новое по турецким стандартам. Здесь ставят обеденную зону. Когда к вам приходят многочисленные родственники, вы не кушаете на кухне, а вы должны накрыть стол именно здесь. Но так как, думаю, покупатели у нас будут иностранцы, сделали вот такие вот две зоны отдыха. Мебель красивая, серо-бордовых тонах. Также оценила я все вот эти аксессуары, текстиль, шторы и так далее. И вот также из гостиной имеется выход на балкон симпатичный. Там будем с вами итоги подводить. А сейчас продолжаем наш осмотр со следующей спальни. Кстати, здесь всего у нас два балкона. И вот из этой или гостевой, или детской спальни имеется также выход на балкон. Проходите, посмотрите. Здесь немножко другая цветовая гамма. Площадь предостаточная, все сюда помещается, две полуторных кровати, новые шторы, аксессуары, подвесные потолки. Это у нас тут тоже такого хорошего качества вместительный шкаф, трюмо, тумбочка прикроватная, абсолютно все новое, пахнет новой мебелью. Два санузла, но только один санузел с душевой кабиной. Это у нас получается гостевой санузел. Здесь только унитаз, раковина и зеркало. И, дорогие мои, единственное, что заметила, что в этой квартире не хватает, это проточного водонагревателя. Но на крыше есть бочки, так что летний период с горячей водой у вас перебоев не будет. Здесь у нас полноценная ванная комната, санузел и последняя комната. Напоминаю, что мы находимся сегодня в четырехкомнатной квартире с отдельной кухней. Прям по вашим стандартам. Итак, квадратная, просторная родительская спальня. Шкаф, двуспальная кровать king size. Как обычно, красное вино и два бокала, чтобы отмечать покупку этой квартиры и получение тапу. Кондиционеры есть во всех комнатах, напоминаю, есть также трюмо. Это комната с окном, но без выхода на
балкон. И я буду сейчас ждать вас на балконе, кратенько все подрезюмирую. И обязательно нужно будет написать по номеру, ну и на экране сейчас говорю. И ценник адекватный, 136 тысяч евро, пойдемте. И нужно будет обязательно эту квартиру приобретать. Буду ходить по этому балкону, как по подиуму сегодня, потому что очень большая площадь. Я скажу, что по периметру две комнаты вместе с кухней опоясывает. Единственное, что здесь осталось от старой квартиры, от того времени, когда она не была отремонтирована, это вот эта вот аутентичная печка, дорогие мои. Здесь можно зимой сделать мангальчик, все это вот так прекрасно застеклить, поставить сюда какую-то ротанговую мебель и просто наслаждаться вот этой панорамой и прекрасной погодой. Итак, смотрели мы с вами сегодня четырехкомнатную квартиру, 3 плюс 1 по турецким стандартам, говорим мы, с отдельной кухней, 140 квадратов, 136 тысяч евро стоимость сегодняшнего предложения. Находимся мы в районе Махмутлар, район вторничного рынка. Очень удобно, когда у вас рядом с дома продают свежие овощи и фрукты. Еще раз напоминаю, стоимость 136 тысяч евро. Никаких расходов у вас, кроме покупки проточного водонагревателя, не будет. Так, в принципе, все есть. Можете еще сюда что-то поставить. 140 квадратов, 136 тысяч евро стоимость. Махмутлар, 400 метров до моря. Все здесь. Номер на экране. Приезжайте, покупайте, бронируйте. Мы всегда с вами на связи. Татьяна Пикер, Арбат Хомс. Пока-пока.